Друг, а перед тем, как посмотреть ролик, обязательно сделай из красной кнопки подписаться серую кнопку «Вы подписаны», а также включи колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Спасибо, ты самый крутой! И всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. И сегодня мы продолжаем с вами играть в нашу любимую и замечательную игру Saint-Tropez RP Mobile. Но перед тем, как мы начнем, я, конечно же, хотел показать комментарии ребят из прошлого видео. Это они. Если ты тоже захочешь попасть в следующий крутой ролик, как эти крутые ребята, нужно всего лишь подписаться на канал, поставить лайк этому ролику и написать просто любой комментарий, и тогда ты обязательно попадешь в мое следующее видео. Ну а сегодня, дорогие друзья, меня пригласили на супер гонку, в которой должен участвовать на своем Тесле Кибертрак. Я не знаю, у кого-нибудь вообще будут шансы против моей Теслы, потому что она едет 700 км в час, и мне кажется, я сразу выиграю все миллиарды за эту гонку. Поэтому вот сейчас мы уже подъезжаем, собственно говоря, к этому месту, и постараемся быстренько зайти и просто сделать максимальный рекорд этого места. Поэтому давайте сейчас будем подъезжать. Но, как видим, походу тут ангары закрыты. Я не знаю, может быть, сейчас время позднее. Я немножечко опоздал. Но давайте попробуем подняться еще, сделать это как-нибудь сверху. Потому что, мне кажется, отсюда это сделать нельзя. Но все-таки это можно сделать сверху. Поэтому, ну-ка, давайте сейчас поднимемся. Все-таки я единственный буду игрок на Тесле Кибертрак. Я думаю, что у меня это все, в принципе, получится. Поэтому, дорогие друзья, пока я... О, все, в принципе, да, меточка появилась. Реально, сейчас можно будет зайти. И я реально могу принять участие. Но я не знаю, как мне заехать на Тесле. Вот это мне интересно. Так, лучше ее закрыть, потому что могут быть всякие мошенники. И мы без них будем заходить. Так, отличненько. А как ты на меточку? Стоп, я на метку пришел. Но ничего не происходит. Не понял, что, меня обманули? Эй! Эй, меня обманули, походу. Я не знаю, когда... Или, может быть, надо на тачке вставать? Йоу, непонятно. Но мы сейчас будем с ним разбираться, ребят. Походу, либо можно заехать на тачке туда, либо она просто не работает. И это какой-то фейк. Давайте погудим. Сигнальчик. Сигнальчик, да-да-да, но не работает. Видимо, да, сейчас же уже 0 вечера, поэтому 0 часов ночи, поэтому сейчас это нельзя сделать. Поэтому, ну ладно, придется тогда погонять самому и просто выехать в город и показать каким-нибудь игрокам просто, как надо ездить на Тесла Кибертрак. Поэтому, пока мы будем учить других игроков, а как кататься на Тесле, я хотел задать один очень интересный вопрос. Почему вы до сих пор не играете в Saint-Tropez RP Mobile? Ведь это действительно крутая и очень интересная игра на твой Android-телефон. Ее потянет даже самый слабый Samsung. И неважно, Honor у тебя, Huawei, Meizu, абсолютно разницы нет. Просто берешь, переходишь по ссылочке в описании, качаешь абсолютно бесплатную игру и заходишь на мой 5-й сервер, где играю я. И все. И просто наслаждайся, потому что игрушка действительно крутая и очень интересная. Я думаю, что каждому из вас она понравится и просто кайфанете от нее. Ну а мы, в принципе, начинаем свое дальнее путешествие. И сейчас мы покажем. Опа, опа, стоп, 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 стоп. Я кое-что видел. Ребята, мне показалось, или там была бургерная, которая мне нужна. Потому что, как видите, у меня реально уже голод на 0%. И если я не съем сейчас что-нибудь, то я просто могу очутиться в больнице ночью. Но мне это не надо, поэтому, ребята, если вы на этом канале впервые, обязательно подписывайтесь прямо сейчас, потому что просмотр ролика без подписки, как вы поняли, запрещается. Ну а мы приехали в МакАвто, я думаю, хотя бы на МакАвто меня обслужат. И можно ли вообще это делать тут? Или опять же нельзя? Опять придется заходить? Серьезно? Ё-моё! Где же продвижение? Это что, 22-й год? Почему я не могу на Тесле Кибертрак заехать просто и взять в МакАвто? Ё-моё! Ну ладно, давайте зайдем все-таки в этот общепит, как видите, в принципе, нормальное место. Ну, конечно, нету сейчас посетителей. Ну да, сейчас ночь, поэтому как бы все уже дома сидят. Кто-то спит, кто-то дома там телек смотрит, кто-то катается на оффроуде. Ну а мы пришли покушать. А кушать-то хочется всегда, поэтому давайте. В принципе, на ночь нельзя есть что-то такое, знаете, жирное. Поэтому давайте поедим салатик. Ням-ням-ням, вкусненько. Мороженое заедим. Ням-ням, вкусненько. И еще, наверное, давайте съедим что-нибудь мясное. Наверное, самое безобидное будет курица с картошкой. Ой, отлично, вкусно мы так покушали. Так, и у меня осталась еще какая-то штучка 0%, я не знаю, что это, ребят. Я что-то забыл, напишите в комментариях, кто знает. Кто ответит правильный вопрос, попадет в следующее видео. Опа, а тут произошло какое-то непонятное подключение к серверу. Возможно, сервер решили перезапустить. Или что-то происходит не так с игрой. Ну-ка, будем с этим обязательно разбираться.
Ребята, на самом деле сервак просто отключили на ровном месте. Я думал, что все-таки он останется включенным, но почему-то его отключили. Скорее всего, ночью ведутся какие-то активные разные работы. Но, в принципе, это не страшно. Мы можем, в принципе, с вами просто поговорить. Я много времени уже хотел задать интересный вопрос, а именно поговорить на тему того, что многие игроки боятся играть в такие игры, как Saint-Tropez RPG Mobile. На самом деле, дорогие друзья, эта игра поистине крутая. Ее нету, в принципе, в Play Market. Она замечательная, но ее нет в Play Market из-за того, что она идет на основе GTA San Andreas. То есть разработчики взяли под основу другую игру, не которую они создали, и уже в ней сделали свои чудо-юдо изменения. И на самом деле она стала очень крутой игрой. Поэтому я считаю, что каждый из вас может в нее поиграть. И это на самом деле круто. Поэтому я всегда говорю, не бойтесь переходить по ссылочке и играть в нее. Действительно крутая игра, в которой много чем можно заняться и даже поприкалываться. Но как вижу, сервак уже начинает перезапускаться. И на самом деле у нас есть даже шанс на то, что он включится, дорогие друзья. Да, он включился, и сейчас через пару секунд я просто уже подключусь и смогу даже поехать, собственно говоря, забрать свою Tesla Cybertruck. Поэтому, ребятушки, походу все в принципе отличненько, дорогие друзья. Я думаю, что даже получится все-таки поиграть. Я думаю, что все-таки все уже у нас произошло какое-то обновление в игре, и играть не получится. Но ура, дорогие друзья, мы можем с вами наконец-таки покататься. И я все-таки смог зайти. Ура, все, дорогие друзья, мы попали на сервак. Все-таки изменения прошли на ура. Но, оу, эй, я же за забором. И как мне теперь подойти к Tesla Cybertruck? А, тут все-таки, вау, а кстати, тут еще елочки не убрали. А вот уже в игре Симулятор Автомобиля 2 елки уже убрали, дорогие друзья. А тут все-таки еще новогоднее настроение. Все-таки такая более-менее приятная атмосфера. Но на самом деле это круто. И мне действительно это нравится. Поэтому, ребят, обязательно не забывайте переходить по ссылочке в описании и реально играть со мной. Мне очень хочется снять видео вместе с подписчиками на Saint-Tropez RPG Mobile, потому что у многих есть возможность поиграть. Потому что в симуляторе есть место только на 15 игроков. А тут мы сможем сыграть с подписчиками, хоть с 50, хоть 100 подписчиков можно со мной поиграть. Абсолютно нету разницы. И на самом деле это очень круто. И мне это действительно нравится. Что? Почему у меня уже голод 96%? Я же, собственно говоря, кушал. Оу, воу, воу, недавно. Как же я сильно ударил Теслу. Йоу, ребята, вы видели, как я ударился? Офигеть, это просто жесть. Но на самом деле это даже заслуживает некой подписочки на канал. Ну а мы сейчас попробуем вперед просто проехать и узнать, что будет, если мы сломаем Tesla Cybertruck. Вообще, можно ли ее сломать или нет? Мы сейчас подскочим на вгоре и... Оу, воу, воу, воу. А там стоп, 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 стоп. Я передумал лететь, Там край карты, ребят, там край карты. А тут, опа, тут саванна, ребята, тут снег уже тает. И тут, офигеть, как круто. Точнее, это не снег тает, там же везде песок. А тут, опа, ой-ой-ой, пальмы, везде пальмы. Йоу, сейчас я, ау, сломаю, ребята. Просто жесть. Поэтому я думаю, что, в принципе, на этом все. Если вы на этом канале впервые, подписывайтесь прямо сейчас и переходите по ссылочке в описании, заходите на Saint-Tropez. Я вас буду ждать, будем снимать новый, свежий и очень крутой видос. Поэтому, ребят, кодовое слово в этом ролике пускай будет «стелька для обуви». Все, кто напишет «стелька для обуви», обязательно попадет в мое следующее видео. Ребята, ну а с вами был, как всегда, я, ваш любимый Личи. И всем до скорых встреч!